Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня тест. Я решил кое-что интересное затестировать. Думаю, мне понравится, и вам тоже это понравится. В общем, у нас сегодня на обзоре нестандартный лунин. Многие лепят маскировку, но не знают, что зачастую она блокируется, либо у героя мало жизни, он сливается. В общем, я решил сделать немножко другую темку. Она срабатывает, когда ХП героя меньше 35%, увеличивает скорость атаки на 250, точнее на 120, и атаку на 250. Конечно, для Ронина, если брать, что он будет против отражалок, это минус, но это единственная, скажем, атака, которая у нас в усилении есть. Если мы сделаем вот такую вот сборку на жизнь, увеличим ему нормально жизни, также здесь поставим и поставим обряд лечения, который дополнительно еще даст 60% увеличения, плюс отхил, то выйдет довольно-таки интересная и веселая вещь. Надеюсь, она у нас сейчас получится. Не знаю, ли он будет актуален на битве гильдий. У меня он собран вот таким вот образом. Уклонений у него 9000. Ну, это маловато. Он будет ловить практически все удары, но есть одно но, его не так просто будет убить. Почему, сейчас увидите. Поехали на кошмарку. Я хочу, чтобы на восьмой кошмарке мы сейчас с вами попробовали проверить, сколько же все-таки у него будет жизни. Я его запущу, пусть его сольют. Вот его слили, отлично. Ну и Седна должна у нас, по идее, веснуть на фул. 5 миллионов. То есть 5 миллионов жизни. Ну, относительно это не так уж и много. Если разобраться, то есть это такое. Если же брать тест его на седьмой кошмарке, да, вот допустим протестировать. Вот здесь. Сейчас вы увидите очень веселую вещь. Я надеюсь, она получится. Его не сольют просто моментально. Помимо того, что у него есть, скажем так, его скрытие, он отхиливает себя, он ходит в инвиз. Так, ну давайте пробивайте его уже. Его нормально пробить не могут на прорыве. Просто жесть. Ну вы его пробьете или нет? Походу нет. Так, ну чуть-чуть. Сейчас надо, наверное, убрать смотрителя, потому что смотритель нам еще больше мешает. Они не могут его нормально пробить. Отхил 400к, в принципе, неплохо. Я хочу просто вам показать, как работает маскировка с обрядом лечения на героя, у которого и скорость атаки хорошая, что в итоге у нас получается. Ну, это мы сейчас в рейде увидим. Видите, здесь они его не пробивают на 3. Но плюс маскировка плюс стойкость у вас получается, и плюс обряд у вашего героя жизни намного больше. Соответственно, если его будут дамажить, с 5 миллионов у него останется 1,5, да? Допустим, если брать такую сборку, вот у него 5 на 3, на 1,5 миллиона он включится. Очень мало героев, которые так много пробивают. То есть, если бьют зефиры, они там по 300к выносят, да. Но если у вас у героя там 1,5 миллиона, то это 500к остается. То есть, только когда дойдет жизнь до 500к, это по сути два удара дополнительных, и вашего героя нет. То в этом варианте, да, у вас вот, смотрите, что сейчас будет. Посмотрите, как он себя хилит. Какая у него скорость бешеная. Вот включилась сейчас маскировка. То есть в данном случае вы увеличиваете количество жизни на героя на максималку. Соответственно, у вас вот этот минимальный запас, когда включается маскировка, увеличивается там с 500к, например, до 1,5 миллиона. И, соответственно, уже будет сложнее его убить, он уйдет в инвиз. Конечно, есть блочки, есть прочее, это все такое. Но сама суть вот такого теста маски, сейчас я поищу расту. Нам надо так, чтобы герои были раздельно, на ком-то зависнуть можно было и посмотреть на это все. Он будет, по нему будут попадать, это понятно. Так, Дрейк, Ронин. Идем сюда, может здесь нам повезет.
его пробьют нормально. Наверное, нет. Сейчас дойдем до Фрея, может там получится. Надо все-таки искать Зефира. Феникса ушатал. Так, зависнул на Фрея. У Фрея, кстати, тоже не так уж и много пробивает. Вот, смотрите. Смотрите внимательно сейчас, что с его отхилом делается. Как он офигенно отхиливается с маскировкой, со скоростью атаки, с обрядом лечения в таком вот варианте. То есть такой вариант довольно-таки хорош будет, я думаю, для битвы гильдии. Ну, я буду еще тестировать его на битве гильдии. Понятно, что если будет точность и все вместе попадут, плюс пройдет молчанка, как это вы сейчас видели, он не хилился. Ну, в принципе, нам хватает времени, он выходит в свой инвиз. Он довольно-таки вот опять его ударили, но за счет, смотрите внимательно на отхил, за счет, смотрите на скорость атаки, за счет того, что у него увеличенное количество жизни, он не так просто убивается. То есть он уйдет в инвиз, плюс увеличит свой отхил. Сейчас я попробую найти где-то Зефира отдельно и на нем протестировать. Так, есть Зефир, есть Ворожей. И здесь, кстати, отражалки хорошие. Верим. Может смотр попасть, то есть бывает по-разному. Вот Космо ударил. Сейчас у нас, наверное, Зефир ударит. Фух, тычкой нафиг снесли. Видите, не вариант. Но все же этот вариант намного лучше для маски, допустим. Ну, понятно, такой Ворожей. Вряд ли кто-то будет такого ворожая собирать, но как вариант, я уже показывал вариант со стойкостью, тоже довольно-таки неплохой получился. То есть поставить маску и как вариант увеличенный отхил. Но скорость атаки, конечно, у него вообще чудесная. Так, это он ушел в инвиз свой. Давай. Видите, его даже до половины не пробивает. Но если его пробьют, то включится маска ниже 35%. Наполовину только пробивает. Не успевает. А ему вообще пофиг. Вот, сейчас должна включиться маскировка. Не, не включилась. А ну сейчас. Не. Не успевает добить. Вот вам тоже плюс стойкость, плюс обряд лечения. А вот вроде включился. Сейчас будет заметно по скорости атаки. Вот сейчас должна быть маска, по идее. Молчанка прошла. Да, вот маскировка. Посмотрите, как он быстро атакует. Соответственно, чем быстрее он атакует, тем быстрее у нас получается отхил. Я не знаю, такой вариант даже лучше, наверное, чем выживание, потому что выживание, оно срабатывает раз в 3 секунды, там не совпадает кулдаун, оно хилит на фул. Но за счет маскировки тут 100% он себя отхилит очень быстро. Сейчас попробуем с вами поставить на него питомца. Попробовать. Давайте возьмем цепа все-таки. Так, вот есть Зефир, отлично. Попробуем еще найти топовую расту. Но вот, например, если есть возможность на ком-то вот так вот зависнуть, это однозначно будет плюс. Потому что один герой его не сольет. В данном случае Зефир его никак не сольет. Какой бы он там сборки не был, даже если он будет пробивать броню, этого отхил больше, нежели той пробивает. Плюс жизнь у нас увеличена, соответственно, его сложно пробить.
найдем посерьезнее защиту. Что-то все с драйками бегают. Так, Феникс. Землеройка. Но здесь все кучно стоят. Такой вариант его, наверное, тут просто ушатают. Я хочу... Вот, смотрите. Посмотрите сейчас внимательно. Смотрите, что он делает. Да, тут без варианта, конечно. Он в центр забегает и все. Ну, надо спамить. Сейчас попробуем спамить еще юнитами. Давайте юнитами. Ну, то есть Ронин уже ни для кого не секрет, что не настолько стал актуален на битве гильдии. Но если брать, допустим, юнитов и юнитами спамить, то, в принципе, шансы очень велики у вас, что вы пройдете любого противника. Так как юниты будут забирать часть урона того же самого Фрэнка и прочих. Единственный вариант, что землеройка будет блокировать, но уже нюансы такие. Землеройка юнитов не бьет. Но этот вариант мне очень понравился. Можно, кстати, тоже попробовать Берс, но Берс он не даст момента инвиза, в принципе, он не даст атаки, с этого как бы плюс. Но скорости он столько, я не помню, сколько там Берс, сейчас глянем, сколько Берс на десятке дает. Если сделать с Берсом. Но тогда у вас будет 100% всегда увеличенный. Так. Ну, Берс 10 эмблемой надо будет посмотреть. Тоже 120%. В принципе, как вариант, очень даже годненько. Он будет всегда отхиливаться. Так. Это интересно. У меня Берса 10 вроде нету. Ну, давай не тупи. У меня Берса вообще нету. Девятка есть. Девятка это 90%. Надо все-таки десятку ставить. Ну, тут, кстати, тоже вариант. Тут все время будет такой отхил. Может даже лучше, чем маска будет, кто его знает. Смотрите, он все время себя хилит. Это просто жесть. Он сливается. Ну, попробуем десятку поставить, я попробую ее найти, сделать и затестировать. Надо только момент подловить. Были как-то продавали 10-й берс. Это сделаем и потестируем обязательно. Так, ладно. Давайте. Все-таки с маской его дотестируем. А следующий видос, если вам понравилось, ставьте лайк. Я буду думать над сборками. И попробую собрать с Берсиком тоже такую же имбу. Так, поехали. Рейден. Вот отлично, это, по-моему, тот, на которого мы нападали. Будем пробовать спамить. Вот маскировка на нем включилась. Все равно без варианта. Видите, отражалка. Вот минус, какой есть. Мы увеличиваем, получается, себе атаку. Все-таки 240%. Это дофига. И он просто сливается на отражалках. То есть минус. А вот с Берсом, думаю, будет интересней вариант. Вообще просто ушатали нафиг. Ну, раз на раз не приходится на битве гильдий. Есть хоть возможность еще раз перезаходить. Так, Фрея.
Я хочу найти Расту с Франком Зефир. Можем, в принципе, и здесь попробовать, как вариант. Забор ломается. Даже попробуем без спама. Зефир у нас получается, видите, сколько пробивает? Зефир даже не пробивает толком, честно говоря. Плюс маски то, что он уйдет в инвиз, но не факт, что он не будет заблокирован. Но вот результат, смотрите, что делает. Пока держится. Вот он ушел в инвиз, посмотрите, как сейчас будет набирать. Это просто писец, ребят. Это реально кайфовая тема. При том, что мы сейчас не спамим, но у нас нету землеройки, у нас нету Фрэнка. Надо их тоже найти. Ну, довольно-таки неплохо, я вам скажу. Вообще прилично. Такс. То есть стойкость именно то, что надо ему для... Так, нету Фрэнка. Нету. Для маски, для работы маски, оно увеличивает минимальный запас. Соответственно, у вас есть шансы выжить. Вот, отлично, землеройка. Я нападу сейчас через фобушку, попробую нападу, потому что... Так, землеройка, смотрим. Ну, землеройка не миссает. То есть, если землеройка попадает, опять же, надо... Можно попасть в кулдаун так, чтобы землеройка включал свой скилл, когда ты в инвизе. Недомогание срабатывает. Посмотрите, что делает. Это просто жесть. Что он творит? Вот реально, а с берсом, если 10-й берс будет, это будет все время так. Единственное, у нас не будет инвиза. Но он просто ушатал сейчас, и по идее он ушатал на отражалке. То есть у нас был герой с отражалкой. Он просто его разобрал. Просто кайф. Посмотрите, что он чудит. Ну, не знаю, мне нравится. Давайте еще в топе поищем. Может, кого-то надыбаем. Отлично. Так, что у нас тут? У нас нету ладушек, ничего отличного нету. Нам надо, чтобы был... Никто Франка не ставит. Нам надо Фрэнк. Потому что самый интерес это против Фрэнка. Так, Космо, землеройка, ворожей, Анубис. Можно, кстати, здесь попробовать. Не будем спамить, то есть я спамить даже не буду. Мне просто интересно, ушатает. Да, видите, все-таки попадает. Надо космо обезвреживать, потому что космо ушатывает вместе с другими. То есть вариант спама никто не отменял. Это нормально. То есть раз на раз не приходится, но такой вариант очень веселый. Так. Что-то подвисает сервак, не знаю чего. Не хочет, чтобы мы нападали. Давайте попробуем поспамить немного. Ну, то есть, как видите, я всегда спамлю. Не, ушатываю. Просто дико землеройка убивает его. Что сделать даже не можешь. Ну, надо будет потестить, я думаю, на битве гильдии, там поинтереснее будет рейд от рейдом. Битва гильдий. Сейчас попробуем поискать Фрэнка. Ну, надо, чтобы был Зефир. Почему Зефир? Так, Фрея. О, Фрэнк. Отлично. Тут мы будем с вами немножко спамить. Вот, смотрите, в чем плюс Зефира? Ну, видите, все равно получается, он не успевает. К сожалению, да.
Зефир не пробивает очень много, он по чуть-чуть бьет стабильно. То есть то же самое, что маскировка на Минотавре, под Зефира очень хорошо заходить. Он не всегда сносит. Но, как видите, все-таки его пробивают конкретно. Но я думаю, я все равно его потестирую на битве гильдии. Это очень интересный вариант. На битве гильдии там немножко все по-другому происходит. Это все-таки рейд. В рейдах и урон совсем другой. А вот на битве гильдии будет интересно это все проверить дело. В общем, вот такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Думаю, Рудин понравится многим. Всем удачи, всем пока. Пока не пока, но мы еще досматриваем. Ну, один на один, как видите, ну... Надо искать топовые дефы будет на битве гильдии. Надеюсь, на следующие бога будет интересно.